Да, нет, конечно. Они не прицепляются. Они руками их пишут. Но оно у него будет на компах лежать. СТВ вручную включал. Пусть стримы включают. Смотри, зайди в КС. Видишь, карты не показываются? Информационная карта не показывается. Вот, видишь, что CV повесилось. Нет, все, если они только что поменяли, то да. Вот сюда мы заходим. Кто? Не знаю. Нет, они втором. А тут они начали, похоже, уже. Ты что хочешь смотреть? Я хочу смотреть. А, давайте запилим. Видишь? Голосовалочка. Ну, голосовалочка голосовалочкой, но тут... Да ладно. Ну, давай. Давайте, пацаны, опросик. Нам интересно, выйдут ли победители прошлого Фомайрлана из группы. Поэтому нам, видимо, надо все-таки смотреть их. Да. Ну, сейчас дойдет до народа. Там 70 человек просто в чате. 200, нормально. Ну, короче, я понял, дело не в плеере. Просто аудитория 200 человек. Тем более Инферно играют. Одна из самых сильных карт из Фиш и одна из самых слабых карт МБК. Ты уверен, что Инферно? Ну, по крайней мере, на сервере стояла Инферно. Кстати, да. В одного 1056. Тут уже, я так понимаю... Тут уже лайв, но мы и ливаем. CXZ, это вот эти вот три буквы просто. А, МВП 2. Это СЧА. СЧА. Ну да, побеждает МБК ДФ. Сейчас уже не о каком расслабоне, типа, мы не хотим играть с тем. А я сделал стоп-старт? Я сделал стоп-старт? Я же сделал. Сколько битрейт идет? Да, 4000 сделал. Ну, я только сделал, только началось. 40 мегабайт, наверное, обработалось. Это сколько прошло? Не-не-не. Лосось. Гоу-гоу-гоу, да, лайф ждут игроки обеих команд. Ну что, мы к 5 закончим? Надеюсь, все быстрее подготовлены. Ну а чё, 40 минут игра. Не, к 5 я имею в виду. Я понял, ты про полуфинала. Тебя так вообще не слышно. А я не говорю. Угу. А я говорю. Ну, в общем, да ладно, я помолчу. Помолчу, пока у нас лайва не будет. Все больное Латра. Все, я мьют. Пацаны, вы можете что-нибудь, какие-нибудь вопросы интересные написать, пока нету лайва. А то скучно нам тут сидеть. Я вам расскажу, как ЛК добился такого высокого уровня. Как Фаби добился такого низкого уровня. Тут лещ только что прилетел. Да лол. Так, ну что, давайте вопросиков. Его тут не было. Нет, гандон туда не опускал. Ребят, в общем, еще раз всем привет. У нас сейчас идет вторая группа, третий тур. Уже первые два тура сыграли. Можете посмотреть, какие результаты у нас вышли на ФМР. Через час мы, наверное, уже стартанем плей-офф. И пока вообще...
И пока вообще непонятно, кто у нас выходит в плей-офф во второй группе. Почему микрофон держит? Там уже лайв. Не лайв, там Серега с Помоганом бегает. Там хп, блядь, универсальный. Ну все, че? Все, лайв. Матом не ругайся столько, Саша. Лайв у нас. Яму занимает Десфиш втроем, двое идут на второй мидл, Кика один на банане, это интересно. И вот Джах уже успел в коврах убить, эксклюзив там вместе с Ханаткой были вместе. Под аркадили они вместе ковры. И все, Ханатка дальше бежит. Навзрывали гранатами уже всех подряд. Ой, разрыв. Клатчмастер Бард с бомбой в ручейке, зажатый со всех сторон. Падает к нему ТРК и убивает его в голову. Раунд без шансов какой-то получился совсем. Насколько я помню, ты говорил, что МБК плохо играют Инферно, да? Да. А Десфиш очень обожают эту карту. Ну, судя по тому, как они играли с The Nation в свое время, они обожают эту карту. Да, в Петербурге, да. Да и в Петербурге, и в Москва, и где только не играла эта команда. В основном они, насколько понимаю, специализируются на отдачах, да? Шарны их там побежал, убил. Да нет, ситуация один, несколько берут уже. Десфиш за дефенс брали по 12 раундов. То есть за Т они плохо играют. Наверняка через позицию ЛК ходили. Подтвердились опасения. Эксклюзив. Пока сливы. Тут эксклюзив даже минус Зотте. Даже глоки. Это то есть у Десфиш есть какая-то сознательность. То есть они понимают, что если они сейчас купят диглы, то у них не будет денег. Это уже это уровень уже. Извините. Звука. Нас спами смешит. Что смотрел Фукс в этой ситуации? Я не понял. Тюрьму, что ли? Непонятно. Барт убил Фукса. Два ситуация. Бомба лежит на 20, насколько я понимаю. Ее сложно будет забрать. Да, все, убивает Ханатка и эксклюзив. И у нас будет еще один экономический раунд. Не ставили бомбу. Не скажи. Ставили бомбу? Нет. А когда это мешало взять закуп в третьем раунде? Еще один экономический раунд у Десфиш. Два дигла взяли. Ну это такая игра, все, на вылет. Тут и та, и другая команда понимает, что тут уже не устроит никого поражение. Do or die. Ханатка, ой, ТРК там поддавил мидл немножко. А пятеро Десфиш на втором миду, это будет какой-то вал в ковры на Захара. Захар на флешке стоит, Фукс будет из тюрьмы принимать. Фукс, сейчас будет мувик. Хорошая флешка от Ханатки. Немецкие вовремя. Мувики сейчас. Немецкие мувики опасно, ты сказал. Немецкие мувики заканчиваю. Нет, не. Ну ты хлопа уже пришла. Ой, Захар! Куда ты? Что творит? С ножом надо бежать уже. Убили, слава богу. Грей Сашу. Сашу грей. У нас счет 3-0, первый закупочный раунд. Все, это серьезная игра, мы... Да, нам хватит ржать. Закупку вы Десфиш. Десфиш... Открывают они дугу. Десфиш в лучших традициях. Команда Десфиш идут вчетвером в яму. Джах один единственный бегает по второму медлу. И Джах сейчас может получить... Ой, Зотта зажал! Дым, ты... Чё там делал? АТРК зааркадил, походу, мидл. Он аркадил, да, его было видно. С ВП кто этот стреляет? Смока? О, Смока против Кика. Это дуэль, которая будет преследовать нас всю эту карту. Страшных снах снизу. К счастью. К счастью, это будет самая интересная дуэль, мне кажется. 4 в 4. Стягиваются по центр Барт, Сенс и Зотта. Перешли на дугу. Зотта на медле с бомбой. Ну что, посмотрим за Кика. МБК стоит неплохо, а Кика стоит нормально. Ну сейчас, если он убьет одного и уйдет, то он будет молодец. А если... О, все. Так, непонятно, убил так, или нет. Кика не убил. Кика нужно уйти. Ханатка тем временем задавил Джаха на центре. Молодец, Миша. Жди своего друга. Пришел Фукс с зеленем. Там Барт на зеленочке. Не бежать на Кика, просто потом... Ай-яй, хорош Барт. Барт, да, прошел близко. Включай Кик, реально. Не попадает. Мимо! Но в этот момент Леня убивает Барта. Леня, это эксклюзив. Залезает на зелок. Один идет с банана. Сенс разбивает Кика. Все. Без Кика этот раунд не выиграть, скорее всего. Но уже бомба пикает сильно. Сейвить надо игрокам, да, команды надо МБК. Сейвить. Я не знаю, куда они сейчас несутся. Друг в друга смотрят. Зачем?
Да. За третьими с инфой узнали, проблемки. Но двое в церкви, двоих в церкви, а тут никак не выкурить. Зоты убивает на гриле эксклюзивы и ханатку туда же. Да, и непонятно. Сейчас, по-моему, даже взорвутся террористы. Вот, не, не взорвались. Вот Фиш уже как бы берут достаточное количество раундов, чтобы играть за дефенс. Что сделали? Прошли дугу. На дугу, ну, ее отдал, ее отдал Кика. Ну, тут все еще решило то, что ТРК пошел аркадить. Ну, да, ну да, 5-4 был размен. Там случилась перетяжка какая-то непонятная. Кика занял позицию, с которой надо либо попадать, либо удалять сорс. Ну Кика ни разу не попал вообще в игре. Не получилось, машина в раунде. Получится. Он все, в принципе, правильно сделал. Не попал, ушел. Не пошел там убивать еще кого-то на шару. Смока с АВП проходит дугу. Другое дело, что как-то не очень хорошо зашли. Кика, по-моему, Кика в тупой стоит. Нет, он на цементе. Да, забирает его смока. У нас тут лайв-комментарии с Маклом. Да, от смоки. Да, есть. Нету. Он для них на стриме. Минута. ТРК пришел на хелпу с зеленем. Так, сейчас очень важно... Вместе с эксклюзивом они уже заходят сейчас в плент. Сейчас очень важно ханатку включить, очень важно включить ханатку сейчас. По-моему, ТРК. Нет, ханатку. Говорю ханатку. Вот, все, ханатку ханатка мы отдался. Включили, и он отдался. И отдался еще ТРК, и Макс со своим вот коронной 30 минут. Максим уже хотел врубить. 1-2, нет, сейвить. Сейвить надо, не надо, бежит, нет. Ну там сейвить, наверное, не отпустили бы его. 3-2. В этой ситуации Захар мог решить раунд. Он бежал по банану в спину, и там смока я слышал, кричал, смотрите, бананы. Его все-таки услышали. Uh-huh. Сам себя он услышал и убил из Захара. Первый респ у Барта. У Барта какой ган? АК. Может попробовать занять... А, там отдача сейчас. Что у нас у МБК? Да. Дилей у самой стримерской программы. В общем, отдача у МБК садится... Садятся в большие они преимущественно, да? Тут на ТРК будут уходить сейчас. Один большой, один на балконе, на ТРК выходит Десфиш. Ну, засаду на Б делают. Макс тут в лучшем случае одного убьет, я думаю. Это в лучшем случае. Ой, двоих! Нет, двоих. Никак. Ну, мог второго забрать. Марков пытался выдать желаемое за дисплейное сейчас. Далеко я слишком от монитора, чтобы его забрызгать. Бил одного, все позиции заняли, в церковь почему-то не идут. Вот сейчас пошел один в церковь, зачем ты идешь один в церковь? Ну, там не занято. Там Фукс далеко, там за машиной всего лишь. Заходит он в храм. Эксклюзив зачем-то убивает Кика. Не попадают с пистолетов игроки МБК. И 3-3, сравнивают счет. Сравнивают счет, Десфиш. Вот сейчас важный в плане экономики раунд. Ой, опасно. Важный, потому что у МБК сейчас подожди. Притык. Смока, не надо в чат писать! Не надо! Ля, ну и что? Все нормально. Вот сейчас в плане экономики очень важный раунд. Посмотри, что у МБК. Мало ли они еще раз слить решили. Что там? Да, еще раз. Тогда не очень важно в плане экономики раунд. Ленька тут может как думбаться. Не, закуп. У Леньки просто дигл, потому что он убил своего. Бас. ТРК провалился на 15. Провалился, не провалился. Просто не было инфы ему вообще никакой, что на ребрах. Ханатка не попадает. Ханатка забирает его на халяву. Что-то Десфиш? Десфиш давит как-то непонятно, ни флешек, ничего. Открой чат. Да были флешки. А где? Вот, сначала ТРК раунда две флешки Джах кинул. Вот, ТРК был слепой от этого, скорее всего. Вот, от Цензовской. Ну, не знаю. Это фаст-выход, понятное дело. Но тип на 20 ты должен этот фаст-выход контролить, не господин Квочкин. Так, 4-3 у нас. Счет вырывается вперед, Десфиш. Смотрим дальше. Смока палит мидл, но в закрытую решают сыграть на отдаче игроки МБК. Пока то, что подаркаживают только дугу. То, что я предсказывал, оно и случается. То, что Инферно у Десфиш хорошо получается. Это же был закуп. Так безвольно отдали единичку, без размена. Ой, я сейчас с деньгами ГГХа. Фукс пытается 20 удержать. Оставляют одного эксклюзива на гидрайте. Выходит на крытый в итоге. И тут Захар один... Ой, хорош. Еще один! Какая есть в руках? Нет, тут уже, наверное, на Рейджи он решил зажать тридцатку, хотя мог выйти и убить нормально. И 2 в 2 сейчас 2 в 2 ситуация, у нас Ган время. Нету эксклюзива, он заходит в спину, Кика контролирует пески с малых. В песках нет противника. В песках нет врага, да? Нет. Оба в пленте. Это грустно для Десфиш, то, что в песках нет. Ну что, Кика? Сейчас все зависит от зоты, все зависит от зоты. А, нет, Кика уходит сейвить, ничего не зависит от зоты. Эксклюзив-то взять может. Не может, у него диффузов нет наверняка даже. Нормально пикает. В смысле, если сейчас есть диффузы... Ой.
А нет, диффузов. Нет. А, да, взорвется. Звука нет, я не знаю, ну, можете угадать, взорвется или нет. По пикам? А, понятно, Марковка. Так ты, значит, по... Как же? Обидно такие раунды проигрывать, когда на отдаче убиваешь всех игроков врага, а получается, что нет диффузов. Ну, это Сашок так играет? 9 на 6 уже настрелял Зотто, Сенс 7 на 5. И примерно такие же фраги у МБК. Несмотря Миша, на то, что впереди Десфиш. Тут без АВП против Десфиш очень тяжело играть на Инферно. Ну так, редко включаю. Да нормально. Так, значит, у нас Джах проходит ковры. Я отвлекаюсь много на Фаби. Эксклюзив, короче, извините. Играют они 4-1. Я правильно понимаю? Зашел Барт на 20. Сейчас вообще эксклюзив делает бесполезные вещи какие-то делал. Он стоял в арке и смотрел 15, когда я эту же позицию смотрел. ТРК вот сейчас разменялись, ТРК ушел на 20, эксклюзив занял этот момент 15, Кика перетягивается уже. Десфиш никогда не разводит. Десфиш, изначально выбрав позицию для атаки, туда идут. ТРК минус 15, дальше 15 пытаются додавить. Фукс убивает Зотто и оттягиваются. О-о-о. Оттягиваются Десфиш под дугу. Спалили их, правда. Ну это фейк так себе, с таким разменом. Зря убираешь ты АВП с мака, минус эксклюз. Еще одного может забрать. Вышел. Есть инфа, Кика убивает Сенза, слава тебе, господи, убивает он человека с бомбой в руках. 40 секунд, смоке сейвить. Смока ослеп. Нужно убить одного хотя бы и попытаться где-нибудь спрятаться, но вряд ли у него это получится, потому что Кика надо надежно сыграть на дуге, чтобы не отдать плент. С диглом здесь бежать неправильно. Неправильно. Хорошо. Четко МБК, четко Кика сыграл. А он по-другому не умеет. А, сейчас знаешь, что случилось? Знаешь, что случилось? Это Десфиш флешки раскидали, да мы раскидали, зашли на 20, получили антирашевые и встали. Ну, все правильно. А вот до этого не получалось МБК это сделать? До этого просто стояли по-другому. Сейчас эксклюзив проводил Кика на банан, увидел, что там нет фаста, оттянулся. ТРК пошел на сигарету, оттуда кинул флешку на 20, и всех убили люди с ковров и с песков. А в прошлый раз просто стояли в тупую варке, и поэтому ничего не получалось. Четверо занимают под банан, там чуть ли не пятеро с ганами, дым кидают в зелень, эксклюзивы отрезали. Эксклюзив с флешкой, Кик в абсолютно бесполезный для ВП позиции, по-моему, сейчас. Пытается стреляться. А, дыма там нет, тогда полезная для ВП позиции. С кафелем. А кафель не очень хочет. Пошел на тройную. Десфиш кинули дым и ждут, пока этот дым кончится. Хелпа не идет, так и стоят 2-3. На самом деле не повелись на это МБК и... Нет, хелпы никакой, да. А смока там что-то помидуши втит на второе, я вижу. Вот, оттягивается он под дугу. Сейчас должен быть выход, но уже дым кончился на зелень. Нужно либо еще один обновить дым, бы, да. Либо нужно завязывать с этой игрой. Вот, Кика... Мака что-то кинул. Будем надеяться, что это дым, иначе это... А, нет, это он разводит на миду. Сенс не. Кидает что-то. Флешки, Кика в боцке, стоит с ВП. Тут отсюда можно убивать троих-четверых. В хорошем случае. Не попадает, вот, не попадает по кафелю. Но... Все, сейчас, скорее всего, эксклюзивы его разменивают. Кончит его, скорее всего. Нет, убивает Кика Зотто. До сих пор не знают о нем. Зотто сбежит, вот только сейчас. Вот, наконец-то его убивает Сенс. 3-3. Ставится плент, ТРК заходит сзади, Смак Фукс с канаткой заходит с зелени, убивает тут же Фукса, 2 в 3. ТРК, второй зелени, да? Да. Сенс занял храм, тут смока близко. Ой, хорош! Без флешки убивает. Максим! Пинус, что делали, Десфиш, это вообще неописуемо, но у них еще Сенс живой. Сенс может затащить. Сенс может брать, да. Убивает он канатку. Канатка остается 1 в 1 с ТРК. Ну сейчас надо уйти на гриль. Молодец, Сенс, Сережа. Вот сейчас как раз сыграла та ситуация, то, что Макс очень редко стреляет по одной. Очень редко. Сейчас его просто пережал Серега, хотя повезло мог сильно. Его, да, убить. Повезло сильно МБК, что Смока и кто там был еще с ним, и Барт стояли просто вдвоем на кафеле боком. Мог Сергей в стиле Нуки спрятаться за грилью, убить да. там четверых, но он решил побежать вперед, как он любит. И... Ну он перестрелял без шансов в Ханатку. Ну, да, перестрелял без шансов в ТРК. И кое-как ТРК. Минус мидл, как вы слышали, тут врыв у нас в яму. Убивает ОВП, сейчас это ОВП может очень много сделать. Убивает. Бомбу убить не могут! Убить, Макс! Хорош! Богу, взяли бомбу. 3 в 3. В яме АВП бомбу дефит. Все втроем в одном месте. Максим дожал Джаха. Такой раунд. Ну, хотя 3 в 2. Живой, опять же. Где у нас Барт? Барт у нас... Барт с ручейка вылез! Забрали бомбу, сейчас надо убегать, пацаны, пока дым лежит, просто убегайте. Нет, эксклюзив нет. В дым убивает Сенза. Не в дым, он из окна. 2 в 1. Ну там дым лежал. Ну, просто. Там. Ну не суть. Эксклюзив заходит в спину с ковров. Барт ставит... Под библ. Под библ. И что, пойдет в пески? Нет, он пришел в тюрьму. Ну вот по идее. Если пропустит... Понять, что он либо в тюрьме, либо в пленте. Да, в тюрьму чекает Кика, Кика там ничего не видит. Он сейчас дает, скорее всего, инфу, что в тюрьме никого нет.
Нет. Нет, идет текать. А, видел, XFD Фоска, да. Заметил тень. Там же тень видно. Угу. Берут раунд МБК, и 6-5 у нас становится счет. Это первая сторона, да? Да, зная Defense This Fish, я бы еще так посомневался, кто там, что будет за атаку. Да, очень тяжело будет МБК за атаку. Особенно если учесть, что они вряд ли готовили эту карту. Ну хотя не черкали. Если не черкали, значит уверены в чем-то. Ну черкание черканием. Там против МБК на прошлом майне тоже все контру черкали. А получилось плохо. Захалдились под ямой и вторым медлом игроки Десфиш. Зашел Джах на мидл. Ну кика так попадает вроде. Кика уже из-под девятки так попадал. Это абсолютно такая же позиция. Ну тут нет локотка, тут всего лишь смока. Ну да. Да, всего лишь. ТРК на 15. Сашок, ты слишком большой. Кика там. Сашок, тебе надо, да, на таком сидеть, на обычном. ТРК на 15. Эксклюзив там ему хлопанул с арки, я надеюсь, или... Да. Врывается на ребра, на ребрах надо убивать много ТРК. Убивает Сенза, 5-4, еще одного забирает. Ручку по двери. Очень глупо выходить 5-3. На ребра и стоять там. Тут надо либо как-то заходить на 15, либо заходить на 20. Но вот так стоять, это под флешку тебя выходит и убивают. Тут тем временем Кика отдефенсил немного дугу. Правда, дал поставить плент. Ситуации, мне кажется. Пытается убить тройные с ВП. С попаданиями с ВП у Миши. Реально, Миша как-то вообще не очень играет сегодня. Смока Фукса убивает. Сейчас есть еще... Нет. Ну все, последний Барт остается Барт за тройными. Там релоуд в обоих гадах. О, побежал с ножом Максим. 6-6, бомба стояла, закуп-то, наверное, будет, но... Что-то Десфиш перестали понимать. Ну, Десфиш равно... надо ходить на дугу сразу, без всяких фейков. Там стоит один кик, он убьет максимум одного, потом еще себя убьет. Случайно. Да ладно, они нормально мидл выходят. Иногда. Сейчас уже все. По крайней мере, мидл. МБК дальше не надо ломать. Эксклюзив кидает флешки эти, выходит ТРК, убивает их всех. Либо ТРК кидает флешки на 20, убивает их с песков. Надо идти на банан. Если банан держит один, банан нужно занимать четко, убивать ну, его. Ну, вот эксклюзив пошел провожать. А тут что у нас? Закуп? Нет, отдача. Отдача у Десфиш. Собираются они под ковры, видимо. Один авап на банане. То есть не, сейчас. В случае минус два он сделает. На Максима побегут. То это все, да. Вот, Никита сказал. Мы не слышали Никиту, он сказал, Никита сказал, что если вблизи не занимают контртеррористы, даже вдвоем, то это без шансов раунд уходит к террористам. ТРК тут спалил, что на ребрах стоит много, начинают бить, смока, попадают в голову эксклюзиву. ТРК двоих уже забирает, 4 в 2, но опять поломились на 15. Ну это слив, они не особо там что-то изображали, Зотты успевает убить в голову там. Максима забирает АК. Если сейчас Ханатку убьет, то можно и раунд взять. А, нет, там Фукс еще. Решает почекать мидл. Ну что, Ханатка подворвет? На самом деле, если сейчас удачно звезды лягут, он может пройти в арку, потом свернуть направо и через рез побить Кика. Вот или сейчас мог убить, вот как разминулись. Бах. А, и боком выходил на Кика сейчас в арке. И убил бы его на халяву Кику Зотты. 7-6, закуп у Десфиш. Вытаскивают МБК. Там, кстати, хороший рез, по-моему, АВП будет первое. Сейчас на банане будет экшен. Не АВП, а К. Да побежит смока убивать, ты гонишь для него, это нормальный рез считается. А у него АВП есть? Да. Да, есть, но он стреляет по медлу. Да, в закрытую играют. На крытом АВАПов нету, поэтому центр не особо выходит. ТРК, кстати, сейчас с респа стоит, боится, что может быть фаз дуги. Если стоит кика, надо просто выходить и убивать его в тело. Пошел смока стреляться. Тут эксклюзив вблизи стоит с цементом. Кика почуял это, ушел. Сейчас чекает подсадку. Смока сейчас умрет, скорее всего, с этой подсадки. Он любит там попрыгать. Так. Проходит искать эксклюзива. Кика должен прийти хлопануть своему тиммейту. Хорошо, эксклюзив под флешку. Нет, не под флешку, просто забирает. Смоку. 5-4. Вышли мидл у нас тем временем. Игроки Десфиш. Тут ТРК убивает Джаха. Разменять бы его, не разменяются. Куда? Где Максим? Бывает еще одного на 15 не хватило на оставшихся двух. Не всегда стоит за атаку на инферно брать авап. Ну и тут у нас балластит жестко. Ханатка крест-накрест будут забирать двадцатку. Сзади уже заходит с самогона Захар. И дожимает Барта. 8-6 счет. Первой половине у нас это третий сет группы Б. Авап нужно брать, если он будет агрессивно по респу, занимать банан, бить по голове аваперу местному и так далее. А если авап будет стоять
40 секунд в яме и смотреть, пробежит ли кто-нибудь по мидлу или нет, то это Тава потом в итоге, когда будет атака, будет вонючий калич и ничего не сделает. Что у нас по закупке у Desfish? Есть полузакуп. Полузакуп ЭДФ. Скопились они под вторым мидлом. Естественно, им там все равно уже надо брать. В принципе, они взяли достаточно много раундов для себя за атаку. Это считается много у Desfish. Да. Да это, в принципе, нормально на Инферно. Если так играешь более-менее миксовым составом. Ханатка энтрифраг делает на Сереге где-то в коврах. В коврах, да. Смока уже влез в дым, жмет. Заняли самогон игроки Desfish. Стягиваются под мидл. ТРК минус Джах на мидле. Еще одного забирает на мидле. Тяжко будет. Пошел Ханатка в аркаду убивать Барта. И один смока остается у нас. 1-5 класс сейчас будет. Да. Расстреляли его в Пузяныч. ТРК. ТРК. Ну, ТРК нормально. 9-6 у нас счет первой стороны, надо запомнить. Запомнили. О, молодец, ЛК запомнил. Карманный запоминатель Александр Лемешев. Ну, как карман. Не, ну, сбоку там напиши. У нас лайв. Вторая сторона пошла. Опять же, пистолетка важная очень. Первую пистолетку у нас выиграли МБК. Как я уже говорил, если взять две пистолетки в игре, игру выиграть сложно. Ой, и проиграть сложно. Поэтому. Итак. Ну что, отличный респ у нас у МБК. Квочкин бы реализовал ее. Да? Можно попробовать за машинку забежать. А, говорит, что реализовал бы. Не, за машинку это ты забегаешь. Не, я за желтый забегаю. За желтый. Ну, Desfish ничего нового. Два банан, три крытый. Как, закрытый, крытый держит. По-другому они никогда и не играли, и не будут играть. Видимо. Сейчас подошли под ближние позиции. А у нас скапливаются МБК под ямой. Готовятся. Мне кажется, это, короче, будет что-то типа выхода на банан. Потом они развернутся, побегут на Б, потом развернутся. Качельки, да, качельки. Банан. Может быть. Надо одного у ковров оставить обязательно. Зота стоит сейчас очень грустно, он будет слепой, будет убегать, убежал. Увидели его, увидел его Фукс, занял бревна. Все это время бомба на втором миду. То есть, походу, мои предсказания сбываются потихоньку. Да, ну я думаю, все будет короче, что они разведут под дугу и выбегут на Б. Ну что-то как-то неплохо разводят. Там три. А, вот, все правильно. ТРК уже вышел на 15, прочекал, сказал, что на малых никого нет. Серега его вроде, Сенс его вроде услышал. А. Есть контакт на малых, но там ТРК убежал. Сейчас на Зотте будет выбегать Фукс. Этот... Ворвал Зотте, спалил противника. Вот сейчас надо убить. Ну же, куда же? Ой, Фуксик. О, двоих успел забрать Зотте до своей смерти. Эксклюзив 2 в 3 сейчас ситуация. Красный, по-моему, один есть у атаки. Кика же эксклюзивы красный. Даже... Да. Да, 27. Оба красные. Ставит плент эксклюзив. Плент ставит... Вот. Ой, сейчас что же делает Леня? Был... Скопились вместе. Desfish нет, 3. А, да, 2-2. А, 2-2 где-то еще. Заходит в зелень. По-хорошему сейчас главное убить эксклюзива. Ой, Кика в какой позиции убогой? Кика релоудится. Нашел интересный момент для того, чтобы релоудиться. Интересное место. Ой, давай, Джах! Сен взрывает Кика, 27 хп Кика против Кика, Сенда. Ну зайти в храм! Сергей, он по таким ситуациям мастер. Ой, хорош! Сережа. Ну там коцанный был, Сережа. Да. А, и сколько у нас? 10-6. 10-6, да, ведут МБК. ХП после ХЕ, спрашивают. Джах сыграл сенс. Вообще как плохо. Потому что он стоял в мейне и смотрел на гриль, на котором враг, даже если бы и был, он бы его все равно не убил. Его зааркадил скафель 27-хиповый, да. Кика, и не с первой пули, по-моему. Тут как бы либо идите вдвоем в церковь, либо идите вдвоем в мейн, ну либо как-то сплитом, но все равно идите, а не стойте на месте и ждите, когда вас убьют. Ох уж эти российские шуточки. Стреляется Кика с медлом. Откуда музыка идет? А тут это, Олимпийский недалеко. Не от меня? Да нет, I love rock'n'roll, там. Так, да, все нормально со звуком у нас. Так. Я должен слышать просто, как мы говорим. Эксклюзив отстрелил смоку на медле. Сенс убил там. Ну, что-то я не понимаю, почему МБК на каждой отдаче ломится вперед сразу. Да нет. Да, сразу. Всегда. На нюке только же так же играли. Пошли под дугу, убили там Зотте. Тут один Барт. У него USP. Пошел он отстреливать кафель. Получил флеш в лицо. Должны его сейчас забрать. Нет, успел отойти. 4 в 2. Ставится плент. Минус сенс на пленте Б. ТРК охотится там.
на Сережу. Ну, и Кика забирает последнего. Сейчас вот интересно, сделают ли Desfish бай. Desfish? Вряд ли. Да, диглы. У нас экономический раунд у Дев. Респу Джаха неплохой. Наверное, побежит куда-нибудь близко в ковры. А, колбас? Занимает ковры Джах. Голова, ой, Смока так орёт, что попал в кого-то. Зота на дуге. Сенс у нас зааркадил, тем временем второй мидл. Охотится на ТРК. Сенс зааркадил второй мидл. Если бы на втором мидлу кто-нибудь был, он бы его услышал. Есть, его услышал, есть там ТРК. Нет, не услышал. Ой, хорошо, Сережа, забирает девайс. Это было что-то жесткое. Зачем аркадить второй мид? Ты в три. Второй мидл сыграл на шифте Сергей, наш любимый. Заняли плент МБК. А второй Джах вон с зеленем. 30 хп. Тут на самом деле повезло Сереге, что он смог вообще убить кого-то. Он занял на шифте второй мид, то есть про него не было никакой инфы, а он взял, открыл двери и рассказал. Его всем. Не услышал его Максим, не да. Услышал Макс, да. Сенс не решает, не сейвить. Галил? Да, и бессмысленно, у них деньги сейчас будут нормально. Будет, Закуп... ли, будет ли АВП? Да там АВП будет, даже если будет 4750. Это да, есть. Я уверен. У кого? У Зотта, кстати. Я думаю, отдаст. Нет. Нет? Бежал с авапом. Смока, Сэмка, это интересно. Ну, включи. Да не надо. Да, включи, включи. Ча, я посмотрю дуэль на дуге и включу. Ну, Кика. Кик тоже как-то очень пассивно играет там. Вот это вот. Кик убивает таких. Да, таких все убивают, кроме Коваля. Да. Отстреливает Зота в пропрыжке Кика. Вот про это я и говорил. Эх, либо Мишаня. Играть, либо второй, а если оба будут стоять и смотреть так, то печаль. Мишаня реально что-то не в форме. Может, к финалу разыграется. Не дай бог. Будет ли он в финале, мы же еще не знаем. Тут может не выход из группы случиться. Вообще, ладно, интересно, что-то все друг друга обыгрывают. Проходит тем временем ковры МБК. Тут Джах их будет встречать. Ой, с гранатой в руке, какой красавчик. Эксклюзив еще и 15 забирает. Убил двоих людей с 4 в 3 при выходе на Б. Ой, на. Это вообще. И сенс такой же, двоих спину. Сенс ворвал на 20. 2-1 в прыжке. Короче, в этом раунде фрага, ну, как бы не было ни одного такого. Нормального, чтобы кто-то, да. С кем-то стрелялся. В лицо. Тут, с ганом. Тут два варианта. Либо такой высокий уровень, что люди уходят и знают, где что, либо уровень невысокий. Ну, блин, ну... Барта зафлешил, убивать можно. Нет, не нет, полез нельзя. Дальше. Короче, Джах стоял в коврах без чека с 20. Ему никто не чекал, проходит ли кто-то ковры на хае. То есть он стоял тупо на звук с хае. Даже если бы он услышал бегущих на фаст МК, не успел, он да. бы ее откинул и стоял бы... Все равно у него доставался только ган, да. В руках, да, стоял, и получил бы все равно в щи. А хае бы он это снял максимум там одному 50 хп. Счет у нас общий 12-7. Ведут МБК. И ДФ взяли свой первый раунд во вторую сторону. Проходит Фукс дугу. Сейчас пассивно решили сыграть Desfish. А это не Desfish, просто дым им подкинули, они не могут активно играть с таким дымом. Так, вот, ставят это... на желтую. Сейчас был звук от... Да вон сзади. Сейчас был звук о том, что на желтой есть враги. Зота где стоит? Где стоит Зота? Зота в зелени дал инфу. Барт убивает Фукса. Фукс. Барт... Еще одного Барт вот забирает. Это... Разменивает его Кика. Это лишнее 3 было в 4. Сейчас. Эксклюзив в этот момент выходит на 15, какой-то сплит, а у эксклюзива просто не было денег, поэтому с диглом типа сплитует, получает от Джаха в тело. Остальные и игроки патрона. МБК также пошли на дугу, 2 в 4. Сейчас Зоте нужно сесть на своих катушках. Смока убил ТРК. Молодец, Зоте. И один кик остается, 1 в 4. 45 секунд сейвить против троих. Против троих или против четырех? Нет, не дали. Не дали, сзади уже зажали. Никита просто пляшет от того, что раунды. От того, что раунды берет Desfish. Короче, ситуация какая? На банане играет Барт. Барт такой игрок, что если он делает минус один, он побежит за минус два, а там и за минус три. И может. На этом его надо убивать, а не выходить вместе под него в линию слепыми. По-моему, отдача у МБК. Да, отдача, конечно, откуда у них деньги. Собирают они под ковры, эксклюзив тут максимум на шару повесит. Ну, ковры надо как-то отпустить. Отпустили? Джах ушел в пески, да. Всё. Сенс, правда, по-моему, опять полез. Нет, он, по-моему, под зилком сидит. Вот, Сенс залез. Ну ладно, нормально. Любимая позиция Desfish. Смока уже там убил на ребрах одного.
Мидл вышел, я слышал. Долго прорезался флешку, голос. Под флешку в лицо свое. Под свою пытался вырывать. Это дядюшка Джерри. Два в три. Большие спрыгнул, каленый ханатка. Нет, нет. Ой-ой-ой. Убил его Джах. Это бестуфлай какой-то был, нет? У нас один. У нас один живой. ТРК убивает он Джаха. 1-2. 35 хп, там есть ган. Там оба полные. Зотта только сейчас подтягивается с дуги. А бомба наверху или внизу? Если внизу, бомба... то можно не пытаться. Внизу, по-моему. Пытается ТРК найти за столбом Барта. Не-не-не. 35 хп. Бомба. Вот, увидел! Получил 4 хп. А тут уже пришел Зотта. В лучшем случае ему удастся засейвить, но и то. ХЕшечка пошла под ноги. А, нет. Ой, Зотта, как же за... сейчас, если запулить мог. ТРК чуть лучше навелся, можно было бы 1-1 оставаться с Бартом. А Барт 1-1 это непредсказуемый. И у нас общий счет. 12-9. 12-9, да. Впереди МБК. Но они взяли всего лишь пистолетку и два закупки. Да, и сейчас у них слив. Все, одну закупку слили, и сейчас у них было... Нет, у них было две подряд отдачи. А, да? Да. Тупой, безмозглый Дима. С какой самокритичный. Заходят на второй мидл и мидл МБК. Поддымили. Поддымили игроки Deathfish дугу. Что характерно, они ее поддымили, но не пошли. Не хотят. Напугали они МБК этим дымом. Да, там с дымом там всегда все было в порядке. Ну, блин, ну раз уж кинули этот дым, ну подойдите, займите на бревна как-нибудь там. Ну, просто так дым просрали. А так этот дым, как бы он милый, конечно, и все поняли, что вы умеете его кидать. Проходят ковры тем временем игроки МБК. Ханатка спрыгивает в пески. Там есть в песках-то кто-нибудь? Флеш... Да, Джах есть. Алло, Джах. Убил, не нашел бабу. Джаха за зелом. Ой, как Фукс убого сейчас стрелял. Джах не смог еще одного забрать. Два оба в три балкона, у нас. Да, оба с балкона, один в песках, все. ТРК забрал не Барт. Зажим в малые пески. Ну и все, сейчас найдут гранатку, хоть одну подкинут Лене. Лёня взрывает он плент. Лёня сейчас может взять раунд, на самом деле, отсюда. Вот сейчас Лёня мог убить еще одного. Нет, не убил. Не смог. Короче. Тут просто 13... по идее, если ты спрыгиваешь в пески, ты должен хотя бы 12, примерно 12, понимать, 10. Что человек может быть под тобой, а не только перед тобой. А если ты спрыгиваешь и всегда смотришь вперед, то есть шанс, что тебя и твоих мейтов кончат спин. Фанатка решил рискнуть и побежать быстро, чекать в этой ситуации риск не оправдан никогда. Надо было, да, конечно, прочекать сначала Зил, а потом только бежать в столбу. Ситуация в том, что тебе надо хотя бы чекнуть. Даже если ты умрешь, ты должен дать информацию своим, что там есть человек, чтобы его сразу разменяли. А так он тупо спиной бежал. А так он и себя умер, и еще информация долго доходила, видимо. Зота с АВП под аркадил. Убили его, хорош, ТРК там, походу, жесткое что-то повесил. Проходит дугу тем временем МБК. Барт забрали стоит, девайс, развернулись. Барт стоит, смока к нему подходит. Сенс с Джахом плохо стоят на крытом, очень плохо. Тут Сенса давить пытаются. В голову прострелом попадает Леня. Уйди, все, уйти надо. Сейчас, на самом деле, вот если бы Сенса убили, раунд был бы очень сложно взять, потому что остался один Джах на крытом, закрытый в своих коврах. Ничего бы он там особого и не смог бы сделать. Не развелись игроки Deathfish, остался Барт. Вот смока только сейчас. Ой, оттягивается Барт, под КТРС. Да, Барт. То ли смотри, отходит. Развелся, то ли просто не понимает ничего. Ну, короче, ой, бежит вперед, убирает, убивает ханатку. 2 в 3. 2 в 3, кика живой. Должен поставиться у нас плент. Прицел такой, что с точкой стрелять по имам очень тяжело. Флешки пошли от Deathfish. Не поставлен плент, 30 секунд. Ну, сейчас еще и не надо плент ставить. Вдвоем заходят с храма. Ну и все, кика на гриле, если сейчас он... Нет. Бомба у Deathfish. Хотя Миша и такие раунды, это как ЛК и слитые раунды. Пошел в катушки. Шучу-шучу, Саш, хорошо. Заивейдил ХЕ. Заходит в храм, забирает бомбу. Бабочка случилась. И Сенс его убивает из-за этих. И счет у нас становится 12-11. Приближаются к ничье Deathfish. Пока не видно защиту. Ну вот то, о чем я говорил. Пистолетку взяли МБК. Такое часто случается. Против Deathfish берут пистолетку за атаку, а потом Deathfish... Потом 12-3. Железобетонный, да, дефенс свой непонятный. И вот так вот. А по сути-то пистолетка была Deathfish-овская. Там просто запулил кто-то. Там Фукс вбежал с тройными, слил двух мейтов. Да. И надо было просто Deathfish выигрывать. Кика открывает Барта, вот то, о чем я говорил, опять же. Наконец-то Кика попал с ВП. Заходит ТРК в самогон, пытается отстрелить 20. Смока эксклюзива убил, где это вообще? На 15. Ой, улетает ТРК там вообще в свои ковры. Смока пошел аркадить мидл. Бежит вперед! Вот это можно, вот так можно раунд отдать. 3 в 3 остается ситуация.
Захолодились МБК. Ни флешки, ничего, просто бежишь в дым. Естественно, что тебя, во-первых, услышат, во-вторых, убьют. Даже если не первый, так второй. Сэнс с Джахом играют с Песков вдвоем. И все, и холд тут... сейчас идет на пользу МБК. Они могут собрать какую-то информацию, услышат где-то кого-то. Там кто-нибудь тут... флешку откинет, потратит. Зота один-единственный держит. А, пошли на мидл. Крест-накрест выходит МБК. Опять не очень. Спалили Сенза. Не очень. О, ой, хорош, Сенз убивает канатку. За ним же идет с бомбой. С бомбой кикой. А, Фукс с бомбой идет за ним. Сейчас получит тоже в голову, скорее всего. Нет, не, пошли, а, на, нет, 20, 20, на Джаха. Тут Джах, тут, если нету гранаты ему, то это минус раунд. А гранаты ему нету, да. Сенз еще одного забирает с плента. Спокойно. Даже Сенз. Серега Сенс сделал минус 3. Минус 4. Минус 4 в этом раунде. С гранатой еще взорвал ТРК там ниже. И 12-12 у нас счет. Сравняли игру Десфиш. И ОМБК. Опять ситуация такая глупая довольно случилась, потому что с чего начался раунд для МБК? МБК сделали фраг на банане. Все, им нужно было подождать, собрать информацию, выманить гранаты. МБК решили сразу побежать на 15. Ой, вышел ТРК, зачем-то начал стреляться с навесом, получил ХАЕ, умер. Вышел эксклюзив, умер от Сензы, и все, и уже никакого преимущества, которое было заработано, нет. Поэтому... И у нас... Отдача у Mighty by Kind. Проходят они дугу на слово. Бард, Зоты стоят на флешках. Они поех... Вот сейчас есть инфаки. Сейчас должны залетать гранаты от Десфиш. Нет, они плент. Проходят в церковь. Они не Бард плент. Зажимом убивает с катушек дым, от, да, кафель. Проминает. Что происходит? Бард еще одного подорвал. В церковь, двое в церковь забежали, взяли девайсы. Бард живой? Да, трое живые еще МБК. Нет, Бард умер. Трое живые у МБК. 3 в 3, плент Десфиш. Поставлен. А вот Смока. Вот такой... Смока аркадит кафель. Ой, хорош! Вовремя. Вовремя он подаркадил катушки. Забирает его ТРК. ТРК один в один. Один в один. Плент стоит. КП против Джаха, он остается. Сейчас просто Джах... кто лучше стреляет. Как же Джах водит прицелом, у бога. Кто лучше стреляет, мы выясним. Нет, не выясним. ТРК. ТРК стреляет. Хорош, Максим. Тут берет 13-й. Один в три. Тут не сказать, что ТРК, стрелял лучше. Просто плохо стреляли оба. Да, веерные движения. Хотя там вот эта позиция, когда человек стоит за столбом, попасть в нее не так просто, на мой скромный вкус. Ну, Кочкин такие попадает с USP с одной, конечно, мы же знаем. И что у нас 13-12? 13-12, вышли вперед МБК. Ну, глупейший раунд, 1 в 3. Побежали все вместе с одной позиции, по-моему, или как. Смока, наверное, слишком обрадовался. Да, убил двоих. Минус 2. О чем я и говорил. Наверное, руки с мышкой убрал. Это вот игроки без тормоза, которые убивают двоих, и все, и дальше бегут вперед. Видел, как он отдался? Он запрыгнул на катушке и сидел. Я слепой. Сидел. Ну, точно. Не отойти вслепую в храм. 12 на 7 у Сенза, 10 на 7 у Барта, 11 Смока, на 7 у Кика. Сейчас будет опять какая-то бесполезная аркада в дым, я правильно понимаю, да? Эксклюзив. Тут коты, тут ковры пытался проходить. Нет. Не-не, Смока канатка терпит. Канатка один идет, Зота уходит. Пустой, пустой аплент. Что у нас? Зотте работает с тройных апельсинов. Убивает его Кика с бревен. Занят плент на халяву игроками МБК. Естественно, на халяву, там отдача. А, откуда девайс-то? Девайс. Полуотдача. А, Кика еще одного забирает. У одного USP, у одного МК. У Зотте был ган. Это очень интересный бай. Такой мне нравится. Джаха тоже вижу. У Сензе вижу закуп. Нет, это подобранный. А, Десфиш отдают выигранную игру. Они уже, можно сказать, ее почти выиграли, но потом отдали ситуацию 1 в 3. Сейчас у них будет 14-й раунд. Будет плохой закуп у них. Ой, 14-й раунд будет... А, Серега еще не согласен. Да не, 19 хп. Одна пуля. Это 14-й раунд у МБК сейчас. Очень плохой закуп. 14-й, да. У Десфиш. Плохой закуп у Десфиш, по идее, да? Ну да, вот что мы видим. Да. Диглы. Это, отдают на 15-й. Это, скорее всего, 15-й, да. Там ну, 3 раунда, 4 раунда подряд взять. 3. Это будет уже не так просто. Я бы на их месте даже диглы бы сейчас не брал. Тут ушли бы как бы на оверы, на ничью, либо... Ну да, просто с юспами. В следующем раунде сейчас будут фамасы. И гранат не будет. Ну, фиг его знает. Захолдились у нас МБК под вторым медлом и ямой. Не очень мне нравится, как они на банане стоят, они вдвоем стоят в пленте. Это не очень, по-моему. Как в 2005-м. Да. Один на флешке, второй... Алла-ла-ба-ба. Никто у них зелень почему-то не играет, да. Т.
ТРК там потихонечку занимает ковры. Джах сейчас, скорее всего, в голову получит. У меня есть подозрение, потому что он так стоит. А, нет, так он в голову не получит, но... Дает ХЕ Максиму. Сейчас больно будет Максиму там. Что там у Макса? Ну, не, не очень больно. 20 хп сняло. Эксклюзив открывает Смаку. Где это было-то? Это было на 15. Проходит к мидлу понемногу МБК. ТРК халдит в коврах. Ждут активных действий МБК от Десфиш. Там Кика ждет, когда Барт на него побежит, а Барт на него не бежит. И... Слепые все. Сенс убивает ТРК. Джах, если еще сейчас вот тот... Нет, не убил. Все. Флешка в лицо. Перезарядится БЭ. А, тут слепую побежал Фукс. И 15-й раунд, это... скорее всего, потому что Барт тут не возьмет. И 15-й раунд берут у нас МБК. Сколько у нас ситуация? 1 в 4. Барту бы засейвить вообще, да, по логике. Не думаю, мне кажется, у него есть деньги. Откуда у него ФАМАС? Если Барт в этом раунде купил, это феерический идиотизм. И отдался. То есть у Барта сейчас будет дигл. Сейчас увидим. На дуге сейчас будет один дигл. Тихо. Да. Барт, да? Вот красавчик просто. Барт, Зотта отходят пода. 3-2 очередной. Заходит на дугу Ханатка с ТРК. Ой, получает больно там. А, не больно, смотри, все 80 хп. Там сейчас, ну как угадали, да, все. Сейчас-то на этот дигл Барта, который стоит в позиции, из которой не... А, вот ушел. Нет, не ушел. Пересел. Поудобнее. Ну, я думаю, прочитали это МБК, что был ФАМАС, он, скорее всего, был куплен. Надо идти на Барта, да, который держит дугу. Вот, нет, его просто подымили. Ханатка забегает на зелень, получает флеш в лицо. Убивает его Зотта. Зотта бы еще одного, если... О, не убил спину Фукса. Фукс жмет, не понимает, что происходит. А, куда, где, Фуксик. Что, жвот? А, и сам получил флешку что в лицо. Что это такое? Нет! Зотта! О, Зотта, что сделал? Это... нож. 15-15. Контакт в доме. Тащи, пацаны. Ган, это нож. 15-13, да. То он дал нож. Зотте зарезал Фукса, тут же достал эмку, да, и убил моментально. Сашок того. Просто подсказал. Зотте, эксклюзива. Скидывать эмку пустую врагу. Один бежал, сжал в небо. Снова издали у нас ходят. Покажи мне, пожалуйста, МБК. Покажи, пожалуйста, да. Шутка-то сейчас в том, что если МБК не поставит в этом раунде бомбу, то денег у них будет отдача, очень мало. Да. Но они закупились. Отдача, но вот я говорю, если им надо, не проиграют вообще, по идее, раунд, надо этот раунд брать. По идее, да, но как минимум нужно поставить бомбу и не простреливать вот так, потому что очень сложно так попасть. Что у нас, ковры держат? Будут они подсадку-то делать этот под навес, или они вот там просто вдвоем, да, тусуются? Просто вдвоем. Посмотри, голову попали Джаху. Сели, покажи. Покажи людям, интересно же. Да, вон сидят, видишь? Вот, обратите внимание, молодые люди. Вот, классная, да? И ушел. Да, ну... особенно в ситуации, когда у врага есть все флешки и все гранаты, такая подсадка очень классная. Прям получаешь одну флешку и... Джах убивает Ханатку. Сидит в песках. Отходит на банан и игроки Барт, МБК. Барт, просто дать инфу, сделать максимум минус один и уйти. Нет, Барт умрет. Отдаться. Барт умрет. О, с гранатой в руке! Я не знаю, Барт! Как комментировать... Тут только что охарактеризовали Барта словами Смоки. И все, наверное, да? Да, 3 в 2. Тут, скорее всего, если этот раунд возьмут, то я закончу вообще все. Два храм у МБК. Забирают они последних и ГГ. Это... ГГ 16. Я не знаю, что сказать, простите. 16, сколько, 13, да? Да. 16-13 у нас. Доиграли. И сейчас мы делаем... Стоп-старт, начинаем три... А, все, а то сыграли игру? Да, ребят, нам не надо ливать, нам нужно досмотреть. У нас же плей-офф сейчас будет. Блин, у меня ремень давит жестко на живот. А у нас тут все. А, у нас тут все. Все интересно, с каким счетом. Ну, в общем, ребят, мы все, знаешь, отходим результаты. Нет, записывать. Ждите, скоро плей-офф. Сейчас мы выясним, кто на кого выходит.
что, ребят, у нас первый полуфинал будет МБК против Торнадо и второй The Nation против Нинди. Я даже не знаю, что стримить. Вообще разрываюсь. Сейчас я доделаю репортаж. Все, дописал репортаж. И пойду конфиги заливать пацанам.
Пойду заливать конфиги пришедшим The Nation и Торнадо. Скоро вернусь, ребят. А пока давайте голосование запилю. Во. Голосование.
Я вернулся. Мы ждем стоп-старт. Делаю я стоп-старт быстрячком.